Жми лайк, если любишь Android игрушки, и чаще будем пилить такие форматы. Здорово, ребят, с вами Илья, и мы продолжаем нашу охоту за годными мобильными игрушками. Сегодня мы смотрим проект Madball, и это будет очень здорово. Поехали! Перед нами абсолютно новая, потрясающая игра с шариком на наши Android-девайсы. Цель игры максимально ясна, это направлять и стрелять шаром так, чтобы дойти именно к финишной точке. Здесь для успеха нам нужна точность, ловкость и тактика, и тогда точно получится пройти все такие уровни. Вообще, игра выбрала в себя лучшие механики игр из жанров бабл-шутер, головоломочек и именно аркадных проектов. Это получился реально такой интересный микс. Казалось бы, тут все просто, но на деле это не совсем так. Так, вся сложность заключается в том, что на пути у нас будет множество препятствий, и наша задача все это дело обойти. Но чтобы обойти препятствия, нам нужно уже максимально спланировать путь нашего шарика и таким образом добраться к финишу именно за отведенное количество выстрелов. Далее мы уже получаем звездочки и таким образом переходим к следующей такой локации. Само собой, чем дальше мы будем проходить, тем препятствий будет больше, да и само игровое поле тоже будет расти, поэтому игра будет постоянно держать нас в таком вот напряжении. Тут можно на самом деле увидеть уже песчаные ловушки, воду и многое другое интересное. Вообще, я уверен, что игра зайдет всем, кто любит головоломочки и такой простой геймплей именно в стиле бабл-шутера. Ссылочку на игру я, конечно же, оставляю в описании, поэтому бегом в Google Play. Ну а я пойду играть, чего и вам тоже рекомендую. До скорых встреч и пока.